время. Нам его так не хватает. Нам хочется все успеть в этой жизни. И вот самым ценным для нас становится время. Часы, минуты. Но умеем ли мы ценить секунды? Секунды, которые могут изменить нашу судьбу. Секунды, от которых зависит жизнь. Это рассказ о времени. О времени и людях. Сюда иди! Герои нашего фильма – действующие сотрудники спецназа ФСБ. Он был в форме. Меня увидела и крикнула улицу, не стреляйте, здесь дети. Чтобы добиться эффективного преимущества, порой это преимущество может длиться одну секунду, они тратят годы на тренировки. Это удивительное. За гранью человеческих возможностей умение управлять временем воспитывается в Центре специального назначения Федеральной службы безопасности. СССР создавался на базе двух управлений, и мне казалось, что очередная реорганизация в ряду многих, которые так происходили, не будет отличаться эффективностью, и зачем это нужно. Вот, в общем, такие были мысли. Но, видите, жизнь, она... Конечно, расстался на свои места. Решение о создании Центра специального назначения было принято руководством ФСБ России в сложное для страны время. В начале 90-х годов прошлого века коррупция и организованная преступность достигли невиданных масштабов. Торговля оружием, наркотиками и подкуп чиновников всех уровней наносили огромный урон государству. Угрозы и беды, они значительно выросли. В нашей стране, к сожалению. Ну, я имею в виду беды со стороны, так сказать, террористов. Вот. И как раз вот таким вызовом, более сложным, и надо было противопоставить что-то новое, другое, на другом уровне. В этих условиях одной из мер, направленных на пресечение угроз, стало образование Центра специального назначения ФСБ России. В единый коллектив были объединены лучшие подразделения. Центр оснащается самыми современными видами вооружения и специальной техники. Постоянное совершенствование навыков владения техникой приводит к моральной и психологической устойчивости. Посмотрите, стрельба идет боевыми патронами, в нескольких сантиметрах от головы сотрудника. А вот испытание новейшего бронежилета в экстремальном режиме. Как видите, испытания прошли успешно, потому что главное в центре – это забота о каждом сотруднике. О его жизни и здоровье. Цель же свести к минимуму жертвы, риски вообще там. Не то, что жертвы, а желательно вообще происходило.
идеальное взаимодействие техники и людей является основной целью ежедневных учений. Многократное повторение одних и тех же действий обеспечивает мгновенную реакцию в любой ситуации. Это уже не учение. Это один из эпизодов боевой операции, когда линия фронта повсюду. Террористы, зажатые в раскаленном мешке, продолжают сопротивление. Но внутри пылающего дома могут оказаться заложники. Они не имеют права терять голову в запале боя, ведь их цель – защита жизни. Готовность действовать в меняющихся обстоятельствах – важнейшая особенность сотрудников центра. Тренировки проводятся на реальных объектах – в самолетах, вертолетах, железнодорожных вагонах, автобусах, автомобилях, в зданиях и сооружениях, в условиях, максимально приближенных к боевым. Задачи, ставящиеся в ходе тренировок, постоянно усложняются. Эта методика позволяет сотрудникам действовать не шаблонно, импровизировать. We'll be right back.
и должен быть. Спецназ, он отличается во многом от... Опять-таки, это же непростые люди собрались. Знаете, когда вот я помню на собеседовании, я говорю, ты понимаешь, что тебя могут убить? Да. Нормально, человек, да. Все. Да, я понимаю. Сотрудники центра готовы действовать на любой местности, в любых условиях, используя как войсковые, так и оперативные формы и методы деятельности. Сейчас создана целая система подразделений специального назначения в регионах, оперативное управление и контроль за деятельностью которых осуществляет Центр специального назначения. Огромное внимание уделяется коллективной и индивидуальной подготовке. Постоянно участвуют в боевых мероприятиях. Было изъято огромное количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Освобождены десятки захваченных боевиками заложников. Обезврежены активные члены бандформирований, среди которых такие одиозные главари, как Радуев, Бараев, Масхадов, Халилов, эмиссары Аль-Каиды. Высочайшей проверкой на прочность стали события в театральном комплексе на Дубровке в Москве в октябре 2002 года и в средней школе номер 1 в Беслане в сентябре 2004. Как мы встали уже на линейку, музыка началась, и уже вот они забежали и стрелять начали, а мы не поняли ничего. Я вообще не знала, что такое террорист, боевик, заложники. Я это одна была, и я же одна была, и спросила там учительницу одну. Я говорю, когда нас отпустит? Она говорит, типа, то, что это плохие дяди, и они нас, ну, долго будут держать. Ты говоришь, не переживай, мама, да, ну, на улице. Я стою на расстоянии 200 метров от школы. Я как мать, вот первый раз, вот не могу защитить ее. Не могу для нее сделать ничего такого, чтобы вот ее спасло. Вот когда несколько взрывов прошли, я открыла глаза, смотрю, и тетя передо мной. Я ей говорю, у тебя, говорю, здесь кровь идет. Она говорит, у тебя тоже, уже другие взрывы были. Нас как-то откинуло, и получилось так, что я здесь осталась с братом, вот где-то вот примерно. А их я больше, мы не, ну, не видели мы больше. События в Беслане стали трагедией для России и заставили содрогнуться весь мир. Жестокости и цинизму бандитов был противопоставлен профессионализм сотрудников центра. Во время спецоперации они проявили не только мастерство, но и невероятную силу духа, жертвуя жизнью ради спасения детей. Очень благодарны. Они пожертвовали своей жизнью ради нас. В вооруженных схватках с террористами и преступниками за 15 лет существования подразделения погибли 53 сотрудника. 18 военнослужащих удостоены звания Героя России. 10 из них посмертно.
Сотрудники – самое главное достояние центра. Сегодня здесь работают профессионалы высокого класса, способные противостоять терроризму во всех его проявлениях. Для них не существует разницы между мирным и военным временем. Эти люди знают цену таким понятиям, как долг, честь и родина, и готовы отдать свои жизни, защищая интересы страны и покой ее граждан. Центр специального назначения ФСБ России – это реальная сила, способная противодействовать угрозам государственной стабильности и безопасности. Именно подразделениям Центра доверяют выполнение наиболее сложных задач, когда высока вероятность вооруженного противостояния с преступниками, там, где проходит передовой рубеж борьбы с терроризмом. С какими людьми
потом острота ощущений, когда это и потом удается что-то сделать, реализовать, но это неописуемо. Это с бизнесом не сравнить. Говорят, всему есть своя цена, но время бесценно. Особенно, когда речь идет о жизни. И это хорошо знают бойцы спецназа. Днем и ночью, где бы ни случилась беда, на земле, под землей, в воздухе, они придут на помощь. И остается только пожелать зрителям этого фильма никогда не попадать в ситуации, в которых понадобится помощь бойцов спецназа ФСБ.